В Альбатросе в эти зимние дни можно наблюдать необычную картину. Бассейн поделен на две части, одна из которых превращается в поле для игры водное поло. В нашем городе проходят тренировочные сборы по этому виду спорта. Свое мастерство оттачивают ребята из московского клуба «Спарта». Юным спортсменам периодически устраивают интенсивные двухнедельные тренировки в разных спортивных центрах, не только в Москве. И Балаковский бассейн команде очень нравится. Очень прекрасный спортивный комплекс в отличном состоянии. Есть возможность тренироваться на воде сколько, в общем-то, фактически мы пожелаем. Есть возможность тренироваться в спортивном зале «Альбатрос», вот, который здесь рядышком находится. Очень довольны, на самом деле, условиями. Балаковцы, которые занимаются плаванием на второй половине бассейна, с интересом наблюдают за тренировками. И это вполне объяснимо. Водное поло – необычный спорт для нашего города. Такой секции у нас нет. Одна тренировка у ребят почти полностью состоит из элементов плавания. Ведь умение держаться на воде необходимо ватерполистам. Второй блок – игровой. Сейчас это часть подготовки к соревнованиям переста города Москвы. Я думаю, с помощью вашего города и с помощью этого спортивного комплекса мы туда обязательно попадем. В течение двух недель у юных спортсменов очень плотный график. Кроме двух тренировок на воде, ребята успевают еще и в спортзале позаниматься. Скоро эти сборы завершатся, но московские ватерполисты планируют приехать в Балаково летом на очередные тренировки.